и решить нашу проблему. Проблему наших вкладов. Это потерянные деньги, это разрушенные судьбы, это здоровье, которое многие лишились, а также уже несколько человек наших вкладчиков. Господин Ложкин, вы не господин, вы какой-то кровопийца. Если вы издеваетесь полгода над нашими вкладчиками, полгода люди ездят сюда, тратят время, деньги, оставляют работу, детей, а вы не можете принять нашу делегацию, вы очень заняты. Примерно с Яценюком, Турчиновым и Кличко важнее, чем люди, которые стоят здесь и кричат. Вам никогда никто этого не простит, запомните. Эти люди до конца жизни будут проклинать вас и все, что с вами связано.